Набережные Челны встретили Кубок Гагарина. Сегодня главный трофей континентальной хоккейной лиги. В Автоград привез его единственный пятикратный обладатель Данис Зарипов. Местом встречи челнинцев с Кубком и звездой Акбарса стал Ледовый дворец. Наша съемочная группа побывала вместе с болельщиками на уникальной автограф-сессии. Ни июльское пекло, ни будний день не стали преградой для истинных фанатов и болельщиков Акбарса. Встречи подготовились от мала до велика. В руках юных спортсменов клюшки и атрибутика казанской команды, а очередь желающих растянулась на всю улицу. Сюда шли целыми семьями. Считаю, что это действительно какое-то событие, что Кубок Гагарина в нашем городе, и решили не пропустить это. Сын занимается, говорит, вот ребята занимаются в 2012 году все. Увидели Зарипова? Пятикратного обладателя Кубка Гагарина вживую. Каждого, кто дотронулся до трофея, переполняет гордость. Ведь Кубок Гагарина в Автограде впервые. Эта награда имеет особенную ценность. Кубок появился только в 2008 году. Изготовлен в единственном экземпляре и является переходящим. Плюс к этому возможность познакомиться лично с одним из ведущих игроков Акбарса, да еще и с трехкратным чемпионом мира. Даже для истинных фанатов клуба это большая удача. Очень горды, что попали сюда, что сфотографируемся, и даст Бог распишется Зарипов у нас на фотографии, и будем в дальнейшем гордиться этим. Болеем давно, но в этом году только съездила на прямой матч Акбарс. Не могу даже выразить. Все хорошо было. Главный виновник спортивного события дня в Автограде также не скупился на эмоции. Мне очень приятно, что собралось столько народу, и несмотря даже на такую жаркую погоду, то есть, много детишек, много взрослых, и очень приятно. Спасибо всем, кто уделил время. На этом спортивный праздник для челнинцев не закончился. В эти минуты в Ледовом дворце проходит встреча ветеранов хоккейного клуба «Челны» с командой Даниса Зарипова. Какая из команд оказалась сильнее в ледовом поединке, расскажем в программе «Челны-24» завтра. Любовь Захарова, Ильнар Мустафин, «Челны-24».